Вот очень часто я картину снимаю. Сезон охоты на оленя закончился 2 недели назад. Стоит бак 2x2, по крайней мере. Стоит и смотрит. Вот и делай, что хочешь. Стрелять его нельзя. Классический стоит. Сейчас попробую выйти из машины. Что он будет делать? Вот, выхожу из машины. Он стоит. Обхожу машину. Смотрю на него. Он смотрит на меня. Развернулся. Собрался уходить. Вот иду к нему. Он вообще обнаглевший. Уходит. И попробуйте сказать, что животные не читают регулейшены, не знают, когда их можно стрелять, а когда нельзя. Это еще раз подтверждает эту теорию. Когда сезон, их тяжело найти, они пугливые. Когда сезон закончился, они в наглую смотрят, стоят и смотрят. Вот такие дела.